У гимназии по плану ГВЧС проводим плановую эвакуацию при пожаре. Надежда Вячеславовна, пожар. Не надо ничего нажимать. Все хорошо. Куда вы? Спокойно, спокойно выходим. С журналом на улицу туда. Спокойно, выходов много. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Выходов много у нас. Побыстрее, не толпимся, пожар. Пожар. Вот выход есть, вот выход еще у нас есть запасной. И на аллею. Журналы, журналы не забываем. Журналы, молодцы. На аллею. Вот. Ну, эвакуация прошла достаточно быстро, успешно. Никто не толпимся. Побыстрее на аллею. Вот у нас детишки. Выходят. Строимся на площадку. Классные руководители сверяют по журналу, докладывают наличие личного состава в строю. Все ли вышли? Классные руководители, строимся. Школа, строимся вот здесь. Нет, не ложное, почему? Строимся, строимся. Классные руководители по журналу проверяют наличие учеников. По классам, в колонну по два или по одному. В колонну по два, можно по одному, как на линейку. Вы у меня чего бесхозные? Какой у вас урок был? А? Строимся вот здесь. Ну, вроде все.